В последнее время неофициальными символами майских праздников наряду с георгиевскими ленточками и первыми цветами становятся субботники. Каждый год в начале месяца проводится большая студенческая уборка. Слово Максиму Галямину. Десятки лопат, белых перчаток и мешков для мусора среди студентов разлетаются, как юркие птицы от подозрительного шороха. Больше всего времени, как ни странно, уходит не на сами сборы, а на разъяснения. Большая территория от Семеновского озера до памятника защитникам Заполярья поделена на равные части между участниками. Тут же шествие будет идти, много будет людей, будет город чист, будет приятнее всем. Ну и самим приятно. И потому что я вот живу на этом районе, мне будет приятно здесь ходить. Каждый день здесь гуляю с друзьями, ну, похвастаюсь друзьям, чтобы убирал свой город своими руками. Встать рано в выходной день и прийти на субботник вовсе не значит совершить подвиг. Многие участвуют уже второй год подряд. Например, Любовь Карпову не смущает ни грязь под ногами, ни холодная погода. Ну а орудовать граблями и подбирать мусор – занятие не самое сложное. Мы живем в этом городе, мы хотим видеть город чистым. Мы облагораживаем свое жилье. Замарать одежду никто из 200 участников субботника не боится. К тому же в этот раз убирать придется заметно меньше. И дело не в том, что жители города стали с уважением относиться к чистоте. Просто снег в городе пока еще не сошел. Там, где обычно сухая трава, до сих пор лежат черные сугробы, лезть в которые просто бессмысленно. В прошлом году все растаяло, и ребята лазили вплоть до Семеновского озера собирать бутылки и последствия нерадивости наших горожан. А в этом году из-за того, что снег не растаял, то есть им немножко упрощена задача, потому что далеко в дебри не уйти, там снег по колено. И все-таки даже вдоль дорог студенты умудрились собрать несколько сотен полностью набитых мусором мешков. И это всего за несколько часов работы. Так что в очередной раз, выкидывая фантик или бутылку, стоит задуматься, а ведь кому-то это все убирать.